Добрый день, коллеги! С вами Татьяна Курячая. Продолжаю рубрику «Инструкции по сайту Faberlic и все, что полезно для работы в Faberlic». В прошлом видео мы с вами рассмотрели, где найти новости на новом сайте 2.0 и на главной странице сайта. Сейчас мы с вами поговорим про раздел «Услуги». Вот смотрите, еще раз повторяю, вы можете найти на новом сайте вот этот раздел «Подвал». Нажимаете на новости. Ждем сейчас. Попадаем вот в этот раздел. Это как повторение. Нажимаем «Новости бизнеса». Мне сегодня задали вопрос, который я решила осветить, чтобы вам было удобно. И спускаемся в самый низ. Вот здесь вся новая информация. Но мы ищем информацию, где было сказано про видео Алины Безденежных. Нажимаем на вторую страничку. Еще спускаемся до этого раздела и попадаем. Вот новое видео «План достижения квалификации на образовательной платформе Faberlic». Многие уже давным-давно пользуются этой платформой, многие не пользуются. Для того, чтобы попасть на эту платформу, необходимо обязательно зарегистрироваться в компанию Faberlic. Это внутренняя полезная информация, которая предоставлена только консультантам. Нажимаем «Подробнее». Алину Безденежных знаю давно, у нее очень великолепно поставлен язык, у нее очень грамотно поставлено ее внутреннее понимание бизнеса, поэтому всем рекомендую обязательно посмотреть это видео и получить огромное удовольствие и очень много полезного материала. Но для того, чтобы найти это видео, вот сегодня столкнулась с ситуацией, что несколько человек мне прям задали этот вопрос, где взять это видео. Вот смотрите, в компании Faberlic уже на протяжении многих месяцев работает образовательная платформа Faberlic. Это очень круто. Я бы даже сказала, что это как своего рода цифровой продукт, хотя это просто обучающий видео, которые полезны очень для консультантов. Ну и не только. Есть базовая, где 8 видео, 400 рублей стоит, и это 10 баллов. Есть продвинутая, 22 видео, это 1000 рублей и 25 баллов. Это премиум, 62 видео, а было вот здесь вот 52 видео. Представляете, уже 10 видео добавлено сюда. И те, кто приобретал ранее платформу, именно вот этот вот продвинутый курс, то я вам рекомендую еще раз приобрести. Во-первых, очень выгодные баллы. Здесь получается за 2000 всего за 2050 баллов. Во-вторых, вы можете посмотреть уже новое абсолютно видео. И именно там вы найдете именно вот это обучение от Алины Безденежных. Итак. Во-первых, вы вот в этой новости можете увидеть полную информацию, которая вам пригодится. Но для того, чтобы вы могли полностью понять, как это покупается, где это приобретается, сейчас вам покажу следующий путь. Итак, заходим на главную страницу сайта. Если вы где-то находитесь, можете нажать на свою фамилию. Вы попадаете на главную страницу. Сейчас. Вот вы попали на главную страницу сайта. Спускаетесь вниз до раздела, где есть ваши накладные. Вы их не пропустите. И вот здесь вот есть раздел «Заказать услугу». Нажимаете на «Заказать услугу». И попадаете в раздел различных услуг. И Викиум здесь есть, и поездка именно на форум компании. Здесь же будет непридуманная история, международный форум. И вот здесь вот вы ниже спускаетесь, и вы видите, вот есть платформа. Образовательная платформа за 400 рублей, образовательная платформа за 1000 рублей, то, о чем я вам говорила, и образовательная платформа за 2000 рублей. Нажимаете «Купить».
И после этого вы уже вот здесь вот можете прочитать, что здесь написано. Здесь, видите, написано 59 видео. На самом деле уже я вам говорила, что уже 62 видео, намного больше. Но для того, чтобы купить эту платформу, вам необходимо, чтобы на вашем личном счету обязательно было положено 2000 рублей. Если их не будет, то покупка не произойдет. Вначале вы кладете деньги, после этого нажимаете «Купить». Смотрите, я нажму «Купить», вы увидите, что вам представится. Вот образовательная платформа «Премиум». Внимание, с вашего личного счета будет списана стоимость услуги. Нажимаем «Купить».